In Америке есть дартаты, папа в Америке, то оказалось, что доллары на деревьях не росли. Это место называется Der Insel von Tränen, остров слез. Речь идет об острове Ellis Island, The Golden Age of Yiddish Theater, золотой век еврейского театра. До начала 20 века еврейский народ в массе своей был народом европейским. Подавляющее большинство народа жило в Европе. А вот с конца 19 и в первой четверти 20 века изменилось лицо еврейского народа. Произошел социодемографический процесс, который изменил географию еврейской диаспоры. То есть в этот период 2,5 примерно миллиона евреев оставляют города и в основном местечки Восточной Европы и переезжают через океан. Подавляющее большинство из них едет в Северную Америку, in der goldener Medine, в золотую страну, так евреи называли Америку. Они четко знали, от чего они уезжают, от чего они бегут. Погромы, антисемитизм, черта оседлости, кровопролитие, унижение, нищета. Куда они едут, наверное, они себе не очень четко представляли. Эти евреи построили себе какую-то иллюзорную картину «Ganeiden auf der Welt» – рая на этой земле. И наверняка многие думали, и мы это находим в литературе, в фольклоре, «Als in der goldener Medine die Dollaren wachsen auf die Bäume» – в золотой стране, то есть в Америке, доллары растут на деревьях. Народная песня, которую приписывают Шолом Алейхему, не очень понятно ее авторство, но есть версия, что это песня на слова Шолом Алейхема, где мужчина уехал в Америку, осталась женщина с ребенком, и она поет колыбельную своему мальчику «In Америке из дартаты». «Папа в Америке». «Довезей майн зуныню». Er wird uns schicken 20 Dollar und sein Porträt dazu. Ты увидишь, сыночек, он нам пришлет 20 долларов и свой портрет. Und er wird uns rüberführen und dahin zu. И он нас возьмет, перевезет туда. Америке sagt man in Gan Eden. Говорят, что Америка – это рай. И вот в одной фразе в этой песне передается смысл этого рая. То есть в чем же состоит рай? «Ме эс дорт хале ин дер вохн» – «Там едят халу посреди недели». Это уже рай. Халу посреди недели. И дальше «Яйхелех велих дер кохн» – «Я тебе буду варить бульон». «Ун дер тате веди халзн» – «И папа обнимет тебя». «Демлт велих ямен трерн гисн фун гройс фрейд» – «И тогда я буду проливать море слез от большой радости». Вот представьте себе, хала посреди недели, бульон для ребенка и муж с ней, отец этого ребенка тоже с ними. Вот он и есть рай. Что еще ей нужно в этой жизни? Литература на языке идыш, наверное, является в этом плане уникальнейшим культурным комплексом, который запечатлел каждый шаг. Каждую деталь вот этого огромного процесса, который изменил лицо еврейского народа и получил название «Большая миграция». Если мы даже возьмем одно из последних произведений Шолом Алейхема, его роман «Мотл Пейседем Хазенс», в русском переводе «Мальчик Мотл», этот роман ведь может служить в буквальном смысле энциклопедия миграции. Их 6 человек – Мотл, его мама, старший брат Эли, жена Эли Брохе, их друг Пини и жена Пини Тайбл. Этих 6 человек, они продают полквартиры, которая им принадлежит в Касриловке, и денег как раз хватает на то, чтобы купить железнодорожные билеты до Брод. У них ведь нет ни паспортов, ни виз, ни документов. В Бродах они, как говорит Мотл, «Геган ве ди гренец», они своровали границу, а на границе обворовали их. Украли, как плачет его мама, целое богатство, с которым они ехали в Америку. Что было в этом богатстве?
две большие подушки, три маленькие подушечки и еще пару мамзеримлых, пару вот таких вот пух остался, и вот маленькие подушонки такие сделали. То есть вот с этим богатством едут 6 человек в Америку, и это тоже украли. Теперь мы прослеживаем их маршрут в Романе. Из Брод они едут в Лемберг, нынешний Львов, из Львова в Краков, потом в Вену, потом Антверпен, потом Лондон. Почему они едут во все эти города? Ибо в каждом городе они ищут демкомитет, комитет благотворительной организации ХАЯС, который помогал эмигрантам, давал им какую-то сумму денег для того, чтобы они продолжили до следующей станции. А теперь представьте себе, люди без паспортов, без документов, без гроша за душой, без языка. Они легкая добыча для любого афериста. И вот все, что с ними происходит, все эти перипетии, Шолом Алейхем не зря нам показывает глазами мальчика, который еще не бар-мицва, ему еще нет 13 лет. И вот этот мальчик, вот этот мотл, он в нашем коллективном сознании создал два понятия, которыми мы пользуемся и по сегодняшний день. «Ди алте хейм» и «Ди найе хейм» – «Старый дом» и «Новый дом». Как будет выглядеть новый дом, он еще не знает. И все, что он видит, он сравнивает со старым домом. И вот когда они уже приезжают на последний этот перевалочный пункт в Лондон, и там в этом благотворительном комитете им говорят, здесь вам только могут дать денег, чтобы вернуться обратно домой. Но тем не менее, они едут 3 месяца на пароходе. Естественно, практически у всех эмигрантов была морская болезнь. Дорога эта была вымощена муками. И, наконец, приезжают вот в то место, которым американцы так гордятся и называют его «The Gate to Freedom». А в еврейской литературе это место называется «Der Insel von Tränen» – «Остров слез». Речь идет об острове Ellis Island. Трагическая литература на идыш об этом месте существует с 1892 года, ибо там абсолютно каждый день проводился процесс, который называется тем словом, которое мы очень не любим – селекция. И вот после этой страшной дороги, этих мук, многим эмигрантам сказали, вы уезжаете обратно в Европу. Было большое количество самоубийств, разлучали семьи. Да, люди прыгали в Гадзон. Еврейская литература сохранила те понятия, которые мы сегодня уже не помним, наша коллективная память их утеряла. Например, трахомене ойгн, глаза больные трахомой. С трахомой не впускали в Америку. У нас есть огромное количество произведений на эту тему. Как семьи были разразнены только из-за того, что у кого-то членов семьи находили трахому. Кому посчастливилось, и вот они сошли на этот благословенный берег, то оказалось, что доллары на деревьях не росли. И подавляющее большинство эмигрантов первого поколения шли работать очень тяжело, почти в рабских условиях, по 10-12 часов, в так называемых sweatshops, патагонных фабриках, текстильные цеха в основном. Писатели, писавшие на идыше, эмигрантов того поколения называют рабочие с бледными щеками. Arbeiter mit blasse Backen. Ибо в основном эти sweatshops находились в подвалах, в местах, куда не заглядывал солнечный свет, и получали такой специфический цвет лица. Уже в 1910 году Lower East Side – это самая крупная еврейская община мира. Почти 500 тысяч евреев живут в Lower East Side. И Нью-Йорк становится крупнейшим еврейским центром мира. Там огромный рассвет культуры идыш. Издательства, культурные организации, культурные мероприятия. А самое главное – культурное явление, которого больше не знала история мировой культуры, которое вошло в историю под названием «The Golden Age of Yiddish Theater» – «Золотой век еврейского театра». Когда только на одной улице, Second Avenue, в 1928 году играют 23 репертуарных еврейских театра. Такого явления больше не было нигде. 23 театра в одном городе, не на официальном языке страны.